Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Resident Evil Zero. В предыдущей серии мы смогли открыть барсетку. Вот. Кроме того, начали шевелиться эти вот странные яйца. Вот. И меня это на самом деле беспокоит. Потому что я не знаю, чего от них ожидать. Что еще можно сказать? Перед тем, как, собственно, записывать серию, я немного поковырялся в инвентаре. В общем, теперь у нас убило дробаш патроны, пистолет, нож и спрей лечения. А у Ребекки... Ой. А у Ребекки, в общем, пистолет, спрей, молотов и ключ-карта синяя. Я думаю, возможно, имеет смысл сходить за ножом, чтобы он был у обоих бойцов. Ну, у наших героев, в общем. Так. Окей. Потому что фиг его знает, а если у нас патронов больше не будет, да? Если с ними будет напряженка. Так, ну нам все равно туда идти, потому что там, собственно, эти яйца были также. Я сейчас сначала хочу сходить на самый край опять поезда. Возможно, туда можно будет использовать ключ-карту, которую мы в предыдущей серии смогли достать из этого кейса. У нас ключи тоже лежат, но я думаю, мы их уже не будем использовать, наверное. Скорее всего, нет. Хотя, кто знает. Так, ключ-карта у нас у Ребекки. Не подходит, значит, ее мы вставим дальше. Но давайте сначала исследуем, собственно, те места, где были яйца. Не знаю, вообще опасны они или нет. Пока что они бегают, прыгают. Так. Сейчас посмотрим. Так, они просто прыгают, бегают. Не знаю. По-моему, отсюда вышли, да? Сейчас как раз можно будет ключ взять. По-моему, тут как раз таки. Сюда мы спрыгнули, да, все верно. И что у нас тут еще можно найти? Картина матери, держащая дитя. Везде дождь, мокрый, тут кровь. Так. Бери ножичек. Отца. Так, ну пойдемте посмотрим, что там у нас. Дальше. Надеюсь, ничего омерзительного нас не ждет. Ух, ёпта мать. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет какая-то жесть.
тут мы вообще не были, по-моему, да? Или подождите-ка, или это... Нет, тут мы брали дробаш. О, все понятно, все на свои места встало. Это, в общем-то, был заблокирован тот проход, который сейчас нас привел в комнатку, где... Фу, кстати, их можно давить. Вот тут вот находится этот, как его? Ой, фак! Вы что, охеревшие? Интересно, они оскоцают, нет? Тут у нас был скорпион. Да, что, давайте спускаться вниз и... И, собственно, использовать ключ-карту, которую мы нашли. Так, я бы еще все-таки хотел бы завязать красную ключ-карту на, собственно, на последнем вагоне, там, где мы находили гарпун. Так, можно, в принципе, вернуться за травкой зеленой. Нет, состояние здоровья отличное. Давайте вернемся, это, в принципе, тут вот находится. А, подождите-ка, нет, тут у нас уже это, дверка, да? Так. Так, нифига. А куда тогда можно ее вставить? Хм. Если у тебя есть правильная карта, то типа дверь откроется. Окей. Все, просто надо было подойти более удачным образом. Дверь открыта. Тебе больше не понадобится эта карта. Выбросите ее. Давайте, нафиг, пускай тут. Надеюсь, Рили не понадобится. Ух. Это отряд Дельта, это отряд Дельта. Мы контролируем поезд. Понял. And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Уничтожить его поезд и, в общем, чтобы никто не узнал о том, что вирус на этом поезде. Не знаю почему, но звук почему-то работает с небольшой задержкой. Ух ты, хрена себе. В общем, эти жучки сожрали Дельту Тим. И там у нас сидел, кстати, Альберт Вескер. Такой достаточно известный. Злодей из вселенной. Так, и чего мы сейчас нам будем с этими ублюдками бороться, что ли? Которых сожрали или чего вообще? Чего? А чего это там нам намекаете, что ли? Так, значит, двигатель, управление двигателем слишком сильно повреждено. И нет никакого способа починить это. Ой-ой-ой-ой. Что-то мне туда не хочется идти. Вообще ни в какую.
The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Я должен это остановить, в общем, поезд, иначе он разобьется нахрен. Так, в общем, мануал по управлению поездом. Brake control. Три шага, чтобы, в общем-то, управлять. Так, активировать управление. Сломанные, значит, управления, вот, вот, видимо, рычаги находятся в следующих локациях. First car drivers. В общем, rear deck, fifth car. А, так, значит, где находятся эти рычаги? Находятся они в водительском отделении, в пятом вагоне. Ты должен вставить ключ-карту. Ну, это у нас в самом конце, помните, было. Шаг второй. Так, а почему тут вроде больше три? А, нет, только... Тут вообще не было сказано, сколько. Отлично, значит, первый шаг нужно... Значит, вот эти два рычага использовать. Окей, так, дальше что? Ввести код. А где его взять? И ввести еще один код. Rear deck код, driver compartment код. Замечательно, где найти ключ-карту, во-первых. Так, а вот она лежит. Кто останется позади? Хм. Давайте Ребекка останется. Так, Говорит, я пойду назад, а ты, говорит, тут оставайся. What? Будешь тут. Да-да-да-да-да. Ух, ё-моё, отчёт времени, щит. А чё он не... Блин, у нас нет... Чёрт, у нас времени, у нас нету места, чтобы это всё взять. Фак. Так, чё можно сбросить? Можно нож нафиг сбросить. Да блин, ну и камеру тут сделали, охереть просто. Пистолетные патроны. Ну ладно, уже нет времени для этого всего. Ну и ладно, побежали. Там ещё, кстати, патроны вон лежат под этим. Ладно, у нас, в принципе, есть дробаш. Пробежали, в общем, нам сейчас нужно, получается, туда бежать, да? Ставить эту карту. Блядь, я так и думал. Нихера себе, хэдшот. Давай, беги нахер. Дали даже ачивку за это. Фак. Да фак. Сейчас ты меня получишь, папаша на дробовик. Давай, давай, вперед! На самом деле, мне кажется, не обязательно всех мочить, главное, блин. Ёп!
Фак. Пиздец. Патронов нет, что ли? Ну что, издевается? У-у-у. Пытаемся туда пробежать. О, все, похоже, нам конец, ребят. Хотя, может быть, и нет. Давай-давай, бежим нахер. Сейчас, небось, там еще сюрпризы будут. О-о-о. Блин. Отпихивай нахер. Тут небось тоже будет, да, товарищи? Придется тас вырезать, что делать. Я вообще-то не хотел. Там, по-моему, даже что-то давали за это. Да нет, смотри, никого не трогай. Сейчас прикинь, там какая-нибудь херня будет. Погодите, какой код-то? Код номер. Блин, а какой номер? Фак. Номер чего? Погодите-ка, может быть, в файлах как-то почитать? Rear deck call. Где коды-то эти найти? Блин, да пипец. Я не могу переключить. 7. Слушайте, а может это 7, 8, 6, 8, 5, 6, 3. Вряд. 7, 8. Там внизу какой-то код есть на этом. А какой код, я вообще нифига не знаю. Ё-моё. Код number. Блин, я не знаю нифига. Семь, восемь, шесть, да вряд ли. Семь, восемь, пять, шесть, три, может быть это. Семь, восемь, шесть, восемь. 5, 6, 3. И еще, слушайте, похоже, да, реально он. 7, 8, 6, 8, 5, 6, 3. Блин, 4, 2, 3. 7, 8, 6, 8. Блять, ебаный. 5, 5, 7, 8, 6, 8, 5, 6, 3. А в конце-то какой? Блин, все, похоже, конец. 6, 2, 3, на вот этот код все-таки. Фак. Я не смог.
говно. Охереть. Надо было сохраняться. Zero. Говно. Fucking shit. Так, ну давайте сейчас тогда попробуем опять все это провернуть. Там только вдвоем получится это сделать. Да, ключи нам эти уже не понадобятся нафиг. Так, ну у нас еще есть... Вот еще 10 минут, чтобы сейчас бегать по-быстрому, взять этот, гарпун. Потом открыть... Да, и давайте, наверное, все-таки возьмем патронов вообще по полной, потом когда побежим. Пароль по-любому это внизу, я так думаю. А какой еще пароль? В общем, мы сейчас все это сделаем и сохранимся прямо вот, чтобы надо было только то сделать, оставшееся. Фак. Ну, по-любому пароль вот это, потому что там... По-моему, 10-значный он, а под 10-значный пароль подходит только вот этот номер, который там внизу был. Он неспроста, там обычно в таких играх все неспроста делается. Так, сбрасываем ключи нафиг. Пускай, наверное, Ребекка идет за этим. За барсеткой этой. Точнее, за кольцом. И видите, зараза, там не видно этого номера. То есть вон видно, а вот там последние цифры ни хрена не видно. Так, у нас место там есть вообще? Там сейчас давайте патроны передадим. Отлично. Понятно. Вот, давайте сейчас запишем, может быть, куда-нибудь. Так. 7, 8, 6, 8, 5, 6. 3, какое-то неизвестное число, 23. И там, кстати, что-то смотреть, какой-то будет уровень, да? А, нет, счет, то есть два уровня всего защиты, надо будет потом что-то еще делать.
Ну, главное, мы сейчас, в общем-то, подготовимся к этому, знаем уже, с чем, собственно, мы будем иметь дело. По-моему, правильно записал. Так, а что он там остался-то, ё-моё? Пять, восемь, шесть, а нет, семь, восемь, шесть, восемь, да, пять, шесть, три, потом какая-то, по-моему, шесть или что-то такое, два, три, или пять, два, три. Все, пошли. Или только что... Нет, не здесь было, нет, все нормально. Так, вот это вот, вот тут вот. Отлично. Так, прыгаем, сейчас тут будет зомбарик. Добиваем гада. Все, готов. Сначала мы сейчас сбросим гарпун. Так, теперь скрываем. Хорошо. Такс. Отлично. Не-не, ты возьми, пожалуйста, этот. Чё, number? Ничего. Так, ну все понятно. Так, все, уходим отсюда. Сейчас зашевелятся эти яйца. Так, теперь мы идем, спускаемся. Так, а, подожди, сейчас сначала в комнату, я помню, в комнате что-то было, да? Вот тут. Отвали нахрен. В этой комнате что-то было, нет? Нет, тут мы уже забрали. А в какую комнату мы не могли пройти, которая была там вся в слизи? Мы не вообще, что ли? Мы, похоже, не вообще не заходили, слушайте.
нафиг пошлите, ё-моё, уроды. Склизки. А, вот же она. Все понял. Так, идем вниз. И сейчас что? Мы, наверное, сохраняемся и завершаем на этом серию. Единственное, сейчас можно подготовительные еще успеть сделать, всякие темы. Follow me. Okay. Во-первых, нужно будет иметь один слот хотя бы под патрон для пистолета. Что нам еще с собой понадобится? Коктейль Молотова, да? Так, давайте передадим патроны вот так вот. Хорошо. Еще нам нужно будет взять. Не знаю, стоит ли брать дробовик. В принципе, для этих зомбарей хватит и пистолета. Дробовик нам, возможно, понадобится дальше. Сейчас мы потратим одну эту. Ну, тогда будет, в принципе, два слота, а патроны куда деть? Хз, вообще. Так, ладно, давайте передадим. Exchange. Вот так вот. У него еще один слот займут эти. Ключ-карта. Сейчас, в принципе, она сохранится и... Ладно, в общем, давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.